В начале этой недели синоптики прогнозируют в Чувашии снегопады. На дорогах могут появиться снежные накаты, гололедица, сообщает сайт погода21.ру. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха составит от 0 до минус 5 градусов. Однако уже к середине недели установится теплая и солнечная погода. Столбики термометра поднимутся до 10-12 градусов. Эта норма скорее для середины апреля.